Анонс и точки до выхода 371 серии сериала «Плен». 371 серия сериала выйдет в эфир 1 июля. Ранее в сериале мы увидели, как Хира поддерживает мужа в трудные для него моменты. Она говорит Орхуну, что он обязательно справится со всеми невзгодами. Орхун говорит, что именно ее любовь помогает ему переживать сильнейшие бури, ведь рядом с Хирой он находит ту самую тихую гавань. Девушке приятно слышать от него эти слова. А Фифа встречается с Кинаном и Нуршах. Она интересуется, где же семья жениха собирается проводить свадьбу, ведь особняк Саим Баши сгорел. Однако тетушка Кинана говорит, что они будут проводить свадьбу в свадебном зале, что немало шокирует Афифа. Нева использует программу изменения голоса для того, чтобы обмануть Хиру с помощью телефонного звонка и заменить ее в свою ловушку. 371 серия сериала выйдет в эфир 1 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.